И всем привет, дорогие зрители, подписчики на канал Сам. Кстати, да, я Денис, да, и мы продолжаем играть в Блокрафт. Сегодня будем строить сторожевую башню, ребят. Настал момент истины. Сторожевую башню, я надеюсь, здесь будем строить. Ой, ребят, погнали. Это будет долго и мучительно, но нам придется терпеть. Но зато будет красиво очень. Ой. И не это правда. Продолжаем, ребят. Здоровая игра. Ой, ребят, сижу в башню, так долго строить. Вы видите, некоторые блоки... Смотрите на кнопку «Завершить». Вы видите, некоторые блоки просто не засчитываются. Да господи, сколько здесь? Вы издеваетесь? Нихера себе. Вот это да. Вот это да. Я эту сторожевую башню буду строить, наверное, недели две. Ой, тьфу, не недели две, а две серии. Нет, не особо думаю, а казарму? Казарму? Сколько казарму было? У меня вдруг казарма есть. Охренеть! 816, жопа. Казарму, ребят, мы тоже будем строить с вами. Ребят, ну на самом деле, как она красиво смотрится, эта башня.
начинаем, ребят, делать стену. Так, ребят, сори. Так, теперь наверху я, походу, все сделал. Осталось теперь только внизу. Закончились эти блоки, ребят. Куда он вверх? Что, он тоже что ли вверх пойдет или что? Так, ребят, я продолжаю подковывать, у меня половина блоков. Ну давай, быстрее строимся, блин. Чего можно? Вам нравится, всем спасибо за просмотр, подписываемся, комментируйте, лайк, всем было, я не заготовился.